Далее, Леонид Александрович. Спасибо. Давайте. Графен композитор. Что? Какая перспектива графена композитора? Все, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, ответ понятен, очень хороший. Дело в том, что графен обладает прекрасной проводимостью, прекрасной теплопроводностью. И добавление буквально там доли процента графена меняет композиты. Ну, это немножко вне этого доклада, я не могу показать слайд. Сказали, спасибо. Зависимость Мура известна, да, да. А вот ее конец и загиб. Конца пока не видно, хотя все говорят, что он заканчивается, загибается. Дело в том, что вот раньше считалось, что как только люди дойдут до размера 22 нанометра норма, то останется 1-2 фирмы, которые это потянут. Оказалось, что их около сотни. Сейчас есть уже около 8 фирм, которые могут работать с размером 15 нанометров. Конечно, имеется проблема в графене, когда для транзисторов графеновых, когда размер между истоком и стоком очень мал, начинается короткоканальный эффект, туннелирование через дилетки и так далее. Но, уверяю вас, пройдет некоторое время, люди придумают гетероструктуру, которая решит и эти проблемы. То есть уже считается, что в 2020 году будет достигнут 8 нанометров. Ну, понятно, что меньше атома размера не будет достигнуто. Но в этой области, особенно в области функциональных полевых транзисторов, графен сыграет свою значительную роль. Примеси и эффекты. А ведь может оказаться, и уже к этому есть некие данные, что роль примесей и дефектов в графене либо совсем иная, либо вообще не имеет значения для многих характеристик электронных. Ну вот то, что я сейчас, да, есть некоторые эффекты, говорящие о том, что даже граница доменов влияет на подвижность, но не кардинально. Есть данные о том, что точные дефекты электроны могут как бы огибать, обходить, но это не означает, что он пригоден для изготовления транзисторов. Вы должны на этот графен поместить другие металлы, затворы, диэлектрики и так далее. И если начнется утечка, транзистор не будет работать. Не ответил. Секундочку. От стоимости. Ну вот я говорил, что стоимость одного транзистора сейчас такая же стоимость, как и миллиард транзисторов. В начале, когда графенная тематика начиналась, делался на размерах 10 микрон на 10 микрон. А дальше начинался экспоненциальный рост. Я удалил этот график, я хотел его показать. Значит, там за 5 лет в миллион раз возросла площадь графена. Соответственно, в миллион раз упала цена. Значит, поэтому о цене сейчас говорить пока смысла не имеет. Если появится технология монокристаллического графена, он будет востребован очень сильно, будет цена определяться спросом. Не у вас какая? Она меняется со временем. Я знаю одну стоимость, но несколько лет назад можно было купить графен за 1000 долларов размером порядка около сантиметра. Пористый, наверное, где-то неправильно слово. Фраза была написана на слайде. А, трехмерный переход, это я понимаю. Пористый – это следующая вещь, что графен делает лишь отверстие наноструктурирования. При этом появлялась запрещенная зона, поскольку там, так же, как размерное квантование начинает работать в этой области. Дырочный графен. Да, дырочный графен, да. Это специально сделанное отверстие, дырки. Насчет парадокса Клейна, как вот в гетероструктурах он работает? Так как теория предсказывает, электроны туннелируют, не замечая некоторых барьеров. Но барьеров, сделанных непосредственно в графене. Но электроны не могут туннелировать через
другие вещества, типа там, которые помещены на, как, для того, чтобы формировать гетероструктуру. Поэтому там эффект Лейна не работает. Он работает непосредственно в графеновом слое.